команда из города Ростов долго готовилась, и собираются они дать бой своим соперникам. Неслась вперед, да, попросту говоря. Тем более, когда такая поддержка от трибун. Но об этом чуть позже, потому что 20-й номер Спартака врывается в штрафную, пробивает в дальний угол и открыт счет на 6-й. 20-й номер Спартака врывается в штрафную, пробивает в дальний угол и открыт счет на 6-й. Мяч свалился с ноги предательски у Эдгара Григоряна. И теперь уже опасность у ворот Ростова. Мяч в штрафной катит. 17-й номер. Мяч под удар своему партнеру. И второй. 17-й номер. Мяч под удар своему партнеру. И второй. Второй гол случается в этом матче.